Всем привет! Продолжаем путешествие по миру. Бремен, Германия. Фонтан «Купальщики». Здесь можно увидеть фонтан, забавной скульптурной композиции, представляющий двух малосимпатичных купальщиков разного пола, плескающихся в небольшой емкости. Выбор места фонтана и его тема обусловлены тем, что в средние времена здесь был то ли горячий источник, то ли общественная баня, в которой, не стесняясь, вместе мылись и мужчины, и женщины. Открытие фонтана состоялось в 1984 году. Автор – местный скульптор Юрген Каменотта. Эта скульптура на самом деле уже вторая по счету. Первая была украдена. Кто-то соблазнился заработать неплохие деньги на сдаче бронзы. Вторая подобная скульптура, которая находилась в парке у дома престарелых Эдинбурга, была приобретена на пожертвование различных компаний и частных лиц. И 19 мая 2008 года заменила собой утраченную композицию. Ну, так вот, узнали что-то новое. Пока-пока, до свидания.